В Индии спасли леопарда, который оказался в ловушке. Он упал в резервуар с водой и едва не утонул. Животное заметили работники чайной плантации, расположенной неподалеку. Чтобы помочь леопарду, люди кинули ему сеть. По ней он взобрался наверх и убежал. В Индии звери нередко выходят из джунглей и нападают на людей, но на этот раз дикая кошка никого не тронула, видимо, в благодарность за свое спасение.